Привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, все ссылочки в описании. И сегодня у нас 12 сентября. Целый день была отличная погода, жара. Сейчас уже вечер, 7 часов, солнце село. Стало чуть прохладнее. Днем было 32 градуса. На некоторых термометрах я даже видел 38. Сейчас где-то 26. В общем, отличная погода у нас сегодня. Хотя уже середина сентября. Сезон по-прежнему продолжается. Люди вот под вечер вышли искупаться. Водичка теплая. 27 градусов тепла. Люди еще катаются на гидроциклах. В целом замечательно, теплая атмосфера. Сейчас пойду на кинотавр. Кстати, кинотавр со вчерашнего дня у нас начался. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!